Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2», и сейчас у нас здесь, в общем, дофига, просто дофига растений, как ты видишь, то есть можно сейчас купить наикрутейшие, они действительно крутые, я, к сожалению, блин, столько денег-то нет, пацаны, что вы думали, что ли, миллиардер? Короче, мы продолжаем с тобой играть вот это. Да, мы против Йети. Осталось всего 5 Йети. На самом деле, ивент очень прикольный. Сейчас мы с тобой найдем. Вот, на 6-й. В общем, один день остался, поэтому быстро. Просто быстро, пацаны, мы с тобой идем и начинаем. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Вот. Ой, там шуты будут. Нам дают... серьезно? Вот. Вы серьезно? Вот эти вот обычные, типичные растения, я думал, в честь этого что-то новенькое будет. Ну, хотя, кстати, это будет работать, я тебе скажу. Это будет работать довольно, да. Против шутов это как раз. Так, пробуем сейчас устанавливать куда-нибудь вот сюда, вот. Вот это вот все. Против курочек, кстати, тоже сработает, ребята. Все нормально. Отлично. Так, давай, все установили, сейчас куры... Не-не-не, это офигенная штука, беру свои слова обратно. Неплохо. Смотри, как кур просто, а? Ля, что с ними там делают? О, тут есть маленькая проблема. Ребята, быстро надо ставить. Так, ой, слава богу, там все отлично. Черника, конечно, делает свое дело. Маленькую. Так, тут давай два поставим. Там можем вот эту штуку вот так вот сделать. Отлично. Сюда устанавливаем. Йети, Йети! Вот сейчас самое важное, пацаны, это как-то Йети. А, ну, в принципе, знаю. Как... Стоп! Стоять! Ах ты, говнюк маленький! Куда ты? Он ушел. Он ушел, прикинь. То есть, я так понимаю, миссия провалена сейчас будет. Потому что нам по-любому надо было его схватить. Но его нету. Так, ну давай быстро тогда все пройдем. Я понял, как надо делать. Короче, когда Йети пойдет, мы с тобой... Ну я знаю, что сейчас делать. Так, вот это устанавливаем. Еще раз тут. Можем, пацаны, сделать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратненько. Может, второй раз Йети пойдет? Ну-ка. Нет, что-то он не идет. Что-то, ребятки, он не идет, не ползет. Ну, черника тут очень-очень. Или как она называется? Так, ну-ка, смотрим. Смотрим. Мне интересно, ну-ка. Прошли? Серьезно? То есть его не надо было... Я почему-то думал, что надо каждого просто, каждого Йети. Но, может, может, слушай, погоди. Чем больше мы уничтожим, тем больше нам дадут семян. О, черт, я об этом что-то как-то не подумал даже, блин. Ладно, в следующий раз мы с тобой не будем так плоховать. Так, куда-нибудь давай сюда их устанавливать. Этих штук сюда. Блин, про Йети, конечно, это вообще атас. Так, орехи. Стены орехи. Кстати, их можно было бы поставить вон туда. Так, отлично. Мы с тобой уже получаем. Теперь самое важное нам Йети дождаться, блин. Так, нормась. Так, Йети пока не идет. Так, проходят гады, конечно. Офигеть, смотри, сколько их прям. Так, применяем эту штуку. Так, уничтожаем. Так, пусть у нас орехи восстанавливаются потихоньку. Так, эту штуку я, ребята, сейчас пока что не юзаю.
Тебе придется. Так, 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 сотри, сотри, просто офигеть, как они проходят. Быстренько. Так, пока все норм. Держимся. Блин, где Йети? Йети-то где? Где Йети? Видишь, прожрали, в этом проблема. Я слышу Йети. Вон он! Есть! Получили мы с тобой эту фигулину. Единственная одна газонокосилка только подвела. Так, все нормально. Так. Все, сейчас мы с тобой... Давай. Сюда поставим, сюда. Во! Получается все отлично. Ребят. Давай, взрывайся уже. Бам-бам. Так, остался последний этот гад. Гаргантюа. Он, видишь, еще ботов, блин, этих спавнит. Это самое дурацкое. А, он только один раз спавнит. Точно, точно. Это же, блин, обычный гаргантюа. Точно. Только в нем сидит еще один маленький засранчик. Все, мы получаем денежки. Было бы забавно, если бы разработчики еще такие... Не убил одного Йети? Начинай заново. Представляешь, если бы вот такое вот было бы? Капец. Так, следующий Йети, пацаны. Так, надо нам... Пятый уровень у меня. Хорошо. Потихоньку давай. Темные времена. Так, уже вижу, конечно, проблемку маленькую. Что здесь надо куриц нам... Блин, пока не уничтожаем, пока не уничтожаем. Надо как-то здесь вот так вот сделать. А ну-ка... А, он же их... Да, он куриц загипнотизировал, прикинь. Блин, это супер, ребят. Точно, гипнокапуста, это вообще суперская вещь. Она у меня прокачана, ого-го-го. Да не, я вообще не жалею, офигенная штука. Так... Ой, говнюки, они. Так, ну-ка давай, отбиваемся, отбиваемся. Вот для чего нужно-то это все. Блин, все-таки сожрали. А нам дают максимум только... что-то маловато, если честно. Ну, ладненько. Офигеть! А вот теперь мы действительно провалили. Вот теперь действительно провалили. Ничего себе. Ничего себе. Ретри, давай. Еще раз заново. Ты это вообще видел? Офигеть. Просто офигеть. Что происходит? Как мы там Йети будем мочить? Но если его загипнотизировать, может получится нормально. Так, все, давай устанавливаем эти штуки. Видишь, долго, блин, работает. Давай, давай, гипнокапустка. Оп, раз, ля. Он прям с курочками, вот в чем прикол. Вот, а что сейчас случилось? Так, хорошо, устанавливаем на все ряды. Я уже вижу, что у нас проблемка-то есть. Так, нормально. Так, понятно. Видишь, дофига этих. Так, курочки за нас здесь. Ба-ба-ба-ка! Ба-ба-ба-ба-ба! Вон они нападают, нападают. К сожалению, не долетают некоторые. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще чисто мы ходим по краю.
А не, нормально, слушай, нормально. Спокуха. Спокуха, как-то еще живем. А вон и Йети. А вон и Йети. Давай гипнотизируй его. Стой! Все, не уйдешь, не уйдешь, не уйдешь. Офигеть, смотри, ну он чисто робот. Есть, мы его сделали. Все, ребята, офигеть. Круто было. За курочка там, смотри, что делает. Клюет, блин. Я видел, конечно, что голуби дорогу клюют. Что-то там, блин. О, нам что-то дают. Так, идем дальше, друзья. Осталось еще у нас два уровня. Посмотрим, что у них там. Ой, король. Каждый из нас король, друзья. Каждый, да. Ленивый такой, толстый, блин. Ну, конечно, я же, блин, перед каждым видео говорю. Кушайте, кушайте, братишки, кушайте. Хорошо, покушайте. Капец. Так, устанавливаем, давай. Чем больше, тем лучше этих штук. О! Так, а как она работает? Ой-ой-ой, я, по-моему, зря. Она же пока там взрастет. Пока взрастет. Это сколько пройдет, ребят? Давай тогда сюда устанавливаем. О, она... В принципе, она взорвалась, но раньше срока, как я понял. Оп, короли. Ваше величество. Уже на подходе. Ой-ой-ой, там бафы еще дают им, да? Ой, вот это некрасиво это. Смотри, он прям не хочет. Говнюк. Сейчас мы поставим защитку. От него на всякий случай. Ну, потому что, я так понимаю, все равно будут у нас. Ну, смотри, он вообще не хочет. Что за фигня, блин, эй. Дядя, но он, правда, долго это делает. Видишь, он как бы вообще долго-долго это делает, но... Блин, страдают там наши пацаны. Да черт возьми. Ля, он взорвался и ничего не дает. Офигеть, это что-то сложновато. А, он за... Ай, блин, так они сами стреляют, точно, пацаны. Я и забыл, блин, об этом. Потому что у меня такого растения никогда практически не было. Ой, папуас, ну теперь все понятно. Вот, выращиваем и стреляем. Офигеть, мы еще живем, как? Как мы это вообще делаем? Так, нормально, зеленый тоже, как бы нормально все. Ну хватит мучить жопу, по-русски говоря. Хватит, давай заново, давай еще раз. Нормально, более-менее нормально пройдем. То это что такое? Там еще Йети, как мы его собрались убивать вообще? Так. Все, начинаем строить баррикады. Смотрим, откуда пойдут. Первым делом-то вообще-то надо. Ага, все хорошо. Так, теперь быстро клубничку выращиваем. Мы будем выращивать, а другие жрать. Ну, блин. Это мне не нравится. Давай, маслица мы его там. У меня при том 4-й уровень, а что-то, блин, как-то так себе это все. Так, пока не тратим, ни в коем случае не тратим на них. Так. Вот, начинается уже жопа. Новый год. Так, все, раз. На, красиво. О! На! Засранец, ну-ка. Ого! Нифига себе, вот это было круто. Блин, они еще взрывают, видишь, что? Так, пробуем тут. Супер. Ну-ка, стоять, да ты офигел, блин, да куда ты? Шут гороховый, блин.
Офигеть, он чисто мне все поле перепахал, засранец. О! Мы уничтожили. Серьезно? Мы его уничтожили? Как мы это вообще сделали? Как мы это вообще сделали, ребят? Вообще не представляю. Пипец, их там идет просто. Блин, не там, не там, не там. Ну ладно. Ну-ка, если маленьких везде. А, ну маленький тоже прикольно. Раз, раз, раз. Они куда-то... Вот, вот, куда их надо. Куда их нужно, вот. Они, потому что, видишь, не туда вообще. Не хотят. Там улепетывают. Надо, видимо, просто чисто подождать. Ой, ну так подожди, блин. Стоять, говнюки. Как эти шуты, посмотри, как он сохраняет прям. Ну-ка. Ну он, видишь, он куда-то туда, вот клубника улетает и все. И куда-то туда. Ну сейчас руки практически нет. На. Говнюк. Все, еле как, пацаны, еле как. Все, сейчас этого бедного уже замохаем, замудохаем. Все, есть. Не прошло и года, ребята, мы это сделали, наконец-то. Да, отлично. Все, замечательно. Так, и последний уровень. Интересно, сколько мы получим? Вот как будто, знаешь, открывается это кейсик этот. Интересно, ну там получается денежки. Так, а вот это уже динозавр. Прикинь, тут еще и динозавры. Вот это что-то жесткое. Васаби. Итак, начинаем, друзья. Смотрим вообще, какие тут растения есть. Первым делом. Но мне кажется, стоит. Да, понятно, тут васаби. Что-то тут одно васаби только, почему? Ну они, кстати, офигенные огненные. Так. Так, пробуем эту штуку. Неплохо, довольно-таки. Смотри, как они просто офигеть как расправляются с зомбаками. Единственное, видишь, кидают, вот это напрягает. Ничего страшного нет. Так. Ой-ой-ой, надо было сразу как-то. Ничего. А он и Йети идет. Все, просто Йети сразу укокошили. В первой части, блин, попробуй его укокош. Он, блин, не знаю, сколько он лет будет идти. Ему сколько урона там принеси. А потом, опа, вот чуть-чуть осталось, он сразу уходит. И, конечно, ты ему даже не можешь добить. Стараешься, пытаешься. А фиг там получается. Так, вот для чего надо было последнюю эту прям держаться, 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 пацаны. Так, ну ничего, вроде справляемся. Горем пополам. Да, что-то они быстро от васаби, смотри, дохнут. Попробуй на вкус. Или это не васаби, погоди. Черт. Ну хотя, как я ни разу не видел, кстати, как выглядит васаби, честно. Все, мы прошли все вот эти вот. И давай смотреть. Нам дают пиньяты. 20. Ну, это нам не нужно. 40. О, наконец-то я могу повысить. Отлично. 10 для этих. Ну, это вы вообще приколисты. Ну, я скажу... А вот, смотри, ланчбокс, приз. А, в каждом ланчбоксике были денежки. И чё, мы много прям заработали? Чё-то я не вижу прям дофига. Ну, ладно.
5. Все. Алмазиков. Замечательно. Ну, что ж, братишки, на этом все. Скоро, кстати, на канале будет хардкор. ПВЗ Хардкор, первая часть, поэтому не упустите, она очень-очень крутая, прикольная. Вот, буду вас ждать. А на этом все, бай-бай, дорогие братишки.